Всем привет! Сегодня у нас FX Boss в нашем обзоре и достаточно интересная комплектация. Это FX Boss Black Pepper. То есть есть винтовка в пластике, которая идет синтетик, это FX Boss, самая стандартная. Есть которая в орехе и есть вот такая, это самая новая версия Black Pepper. Чем она отличается? Это ламинированным ложе, но и до этого были, и облегченным композитным резервуаром колбой пол-литровой. Из-за этого получается, что вес меньше, чем 3 килограмма 200 грамм. Баланс у винтовки еще лучше. Вот, и, соответственно, ложе очень красивое и отлично сочетается как раз с композитной колбой. Ну, по остальному здесь все как у предыдущих моделей FX. Один барабан в комплекте, то есть именно один, который базовый, все, больше нету. Если хотите дополнительный, то придется за него еще заплатить. Вот. Ну а так в целом боковой взвод, матчевая регулировка спускового крючка, предохранитель не автоматический. И также эти винтовки выпускаются только в одном калибре. Отличный большой модератор, больше ничего накручивать не надо, потому что стреляет все очень тихо довольно. Вот, винтовка предназначена сугубо для охоты, и максимально такие, скажем, интересные показатели по кучности показывает на 100 метров. Ну, сейчас тут 120 атмосфер всего, чтобы ее протестировать на хронографе, мы ее по-быстрому заправим. Пошли. Трудиться насосом мы не будем, вот таким малышом мы его закачаем примерно за 1,5 минуты. Ну все, мы подсоединяем наш компрессор сейчас. Быстросъемное крепление клип зафиксировали, и по манометру на винтовке можно отслеживать. Также есть удобный манометр на компрессоре, но FX шведский манометр более информативный, поэтому по нему и нажимаем кнопку включить. Вот уже видно больше 200 атмосфер. Температура всего 18 градусов. Я включаю. Чтобы он не продолжал себя охлаждать. Снимаем клеймы. Сейчас я выключу двигатель. Ну и все, собственно, нам потребовалось постоять на воздухе меньше 5 минут. Теперь втравливаем давление. Система компрессора. И отсоединяем квик. Все готово. Ну что, пойдем протестируем через хронограф, сколько она даст. Ну вот, 239,5 метров в секунду. Для этого калибра это очень много. Такие винтовки вы можете купить в Охотника.нет. Напомню, это FX Boss Black Pepper в ламинате с композитной колбой. Это идеальный баланс по соотношению к мощности.